Всем привет! Сегодня 7 ноября. Вот у этой пары они у меня отдельно сидят. Там вроде вылупились, птенцы пищат. Самочка в гнезде. Я по гнезду стучу, она не вылетает. Сейчас глянем. Вон она сидит. Птенчиков вижу, загораживает. Не вылетает, шипит на меня. Сколько у нее там птенцов, не знаю. Сейчас попробую ее шугнуть, может она вылетит. Ни хрена не хочет вылазить. Не вылетит. Вот три птенца. Уже больше. Еще гляну, посмотрю. Может им пора уже кольца одевать. Не, еще маленький. Лапки маленькие еще. Через день-два где-то одену. Вот такие крокодилы. Так, ладно, не будем их тут тревожить. Три штуки, еще три яйца, наверное, не оплоды. Но эти у меня первый раз я эту пару загнездил. Посмотрим. Вот они вылетели. Ну, для первого раза три птенца нормально, как бы. Кормят все, простите, что они обычно первый раз там чуть могут вымудряться. Ну вот эта пара и вон там у меня как бы с первого раза все хорошо. Сейчас посмотрим у синих, что там. Там два птенца, вот эта самочка синяя и вон самец синий. Сейчас у них глянем. Так вот. Их домик. Вот их птенчики. Два штуки. Уже большенькие. Тоже, наверное, на следующей неделе вылетит. Цвет непонятный. Скорее всего, вот этот белый серебро будет. А тут непонятно. На природника похож. Может, синий будет, не знаю. Вылетит, там видно будет. Все, тут начались купания у нас. А вон полез самец купаться. Сейчас целая куча тут купалась. Не успел заснять. Сейчас он все мокрые сидят наверху. Это вот многодетный папаша. Сейчас он в линьке. Но уже вот чуть-чуть ему осталось долинять. Сейчас он страшненький немножко. Но зато как родитель он очень хороший. Кормливает всех подряд. Он маленький, молодой еще самец лезет. Он гоняет уже взрослый. Стоит у них вот эту купалку, в нее не лезут, блин. Поставил вот эту, в эту лезут. Те все в обычной купаются. Уж из-за того, что она на проходе стоит, я там хожу постоянно. Уж из-за этого боятся.
Ну давай, ныряй с головой. Стесняется. Эти трое за ним смотрят. Сейчас накупаются, пойдут загорать. Вон там уже как накупались, наплавались, мокрые, сидят, сушатся. Здесь только полезно. Там желтенький спустился, тоже взрослый самочек, сейчас отдыхает. Все, спустились все покушать. Вот такая вот стайка там. Все сами клюют и просят. Яйцо там ковыряют. Ну, просят у папашки. Желтенький заигрывает. Самочка ему отвечает, хвостиком виляет. Самка как накупался, мокрая. Один ободранный какой-то, все никак не опереть. Остальные все нормальные. Он самый последний, видать, вылупил. Так вот, вся семейка в сборе, только самочки не хватает. Вот папашка и его 5 птенцов. Ну что там, самочка как раз пролетела. Вот все семейство. Черная самочка черноголовая. Самец. И вот 5 птенцов их. Ну, уже сами подклевывают.
Ну, все равно еще у родителей попрошайничать. Там синяя пошла кормить самка с пчели, которых я смотрел, двух птенцов. Вот самичек кормит своих. Самый маленький еще он не оперился до конца. Молодежь вон сейчас спустилась тоже поклевать. Ну все, на этом все. Всем пока.